Перед вами очередной проверенный мною сорт «Снежный сказка». Томат супердетерминантный. Фактически его формировать не следует. Единственное, я уже не так давно ограничил просто количество цветов. Все цветочки оборвал, чтобы успели вызреть, как вы видите, и так много завязавшиеся кисти. Вот, сорт начал созревать. Вот здесь у меня вот на этом кустике. Имеет вот такие вот плоды одинаковые довольно-таки по толщине. Не очень крупные, аккуратненькие. Вот, я считаю, довольно-таки это красивый сорт, причем неприхотливый. Очень низкорослый, поэтому легко выращивать под небольшими укрытиями, невысокими. Высоко он не вырастает. Вот все, что он у меня вырос, на какую высоту. Вот так вот сейчас мы сорвем один из плодов и проверим качество плода. Итак, перед вами плод «Снежный сказка» томата. Вот открытого грунта, супердетерминантного. Вот такие вот аккуратненькие, не крупные плоды. Вот. Давайте их посмотрим внутри. Вот имеют достаточно толстые стенки. Вот каркасик. Идеальный для консервации в небольших банках, потому что сорт, все плоды вот такие вот одинаковые, все они ровненькие. Вот. Идеальны для именно консервации в небольших литровых, пол-литровых баночках. А такие банки, как вы знаете, в таких баночках даже лучше консервировать. Они никогда не пропадают, никогда не закисают. Вот так вот мы его сейчас еще разрежем. Вот. Очень прекрасный сорт. Я лично остался им доволен и буду консервировать, естественно, в небольших банках эти томаты.